Говорят, что все есть, что укомплектовано, но на самом деле не так. Мы требуем открытого и честного Here in Moscow, frontline medics like this have access to all the resources and the best facilities that Russia has to offer. But out in the regions, it's not always the same picture. Ой, как вы себя чувствуете? Кашель, температура, вот, отдышка, все внутри горит, жар. На работе, да, заразились, наверное? Ну, на работе. Здесь больных клали, масок нет. Сказали, одна маска на целые сутки. А вы просили там еще давать? Нет, откуда просить? Вот это костюм говорит, экономьте. Как экономьте? Больные тяжелые, надо ходить, одевать, перекалывать. Понимаете, какие-то последствия, да, могут быть неприятные? Ну, конечно, у нас уже одну санитарку уволили за то, что в прокуратуру пожаловалась. Вообще, на данный момент заражение у всех сотрудников. Все уже, каждый день по одному сотруднику. То есть те, которые работали вначале там без защиты, что ли? Ну, конечно, мы работали. Сейчас то же самое происходит. One MP spent his entire salary buying medical masks for doctors to plug the deficit. Even President Putin has now admitted Russia has a problem, and he's ordered it solved. Нашего учреждения в связи с многочисленными заболеваниями коронавирусной инфекции среди наших сотрудников. Мы сотрудники первого стационара. Помогите нам сохранить наши жизни, здоровье. Уволили, да? Или... Меня уволили, или, да. Или... Безусловно, мы понимали, что у нас недостаточно ни кадров, ни аппаратуры, поэтому вопросов у нас было много, и ответов мы не получали у руководства. И, в общем-то, обвинил наш коллектив в том, что мы предатели и клевещем, в общем, скажем так, на наше здравоохранение. Thank you.